Здравствуйте, это программа о душевном здоровье. Мы продолжаем наши врачебные видеоконсультации. Вот очередное письмо нашего зрителя. Скажите, а вот если, к примеру, понудить себя подняться в 5 утра и совершить пробежку по стадиону, это будет способствовать развитию здорового и сильного духа, угодного Богу? Ведь сам патриарх Кирилл как-то сказал что, про альпинистов, что когда они карабкаются на вершину горы, то совершают самый настоящий подвиг, победу над собой. Мне показалось, что он одобряет людей, которые побеждают, преодолевают холод, голод, боль, свою лень, разные страхи, уныние, отчаяние. Все через не хочу, не, не могу и так далее. В общем, укрепляют свой дух, силу волю. Скажите, как вы на это смотрите? Заранее благодарю. Ну, конечно. Нужно и даже очень важно тренировать свою волю, как э, вот это душевное или даже духовное качество, которое вложено в человеческую природу самим Богом. Так же, как мы тренируем свое тело, как мы тренируем мышцы. Ведь когда мы занимаемся систематическими тренировками, тем, тем же альпинизмом, э, зарядкой, там, занятием спортом, мы рассчитываем на то, что мы будем укреплять свое тело, свою мускулатуру, свою гибкость, ловкость, координацию и так далее. Но чем мы поддерживаем свое тело? Чем мы его питаем? Ну, пищей. Ведь для того, чтобы мышца росла, она должна получать строительные материалы и энергию с пищей. И тогда все будет нормально, тогда наше тело будет в тонусе, мышцы будут расти, они будут рабочими, активными, мы можем ставить мировые рекорды и так далее. А вот что касается силы воли, она откуда берет питание? Если мы просто будем тренировать силу воли, не доставляя ей источников энергии питание, строительных материалов, из чего, ну, предположим, из чего она состоит, наша сила воли, то тогда мы будем просто расходовать уже то, что есть, то, что уже есть в нас. И в конце концов мы обессилим. Ведь человек не автономен. Он как не автономен в телесном плане, мы зависим от этого мира, мы вынуждены питаться, мы вынуждены брать из этого мира все, что необходимо нам для жизни тела. Иначе мы умрем. Иначе мы даже без тренировки, без усиленных упражнений, мы просто не сможем жить. Ну и точно так же наша душа, и точно так же наш дух. Это все наше человеческое. И это все нуждается в, во внешнем в питании. Мы не самобытны, мы не сами себя сделали. Вот здесь мы опять затрагиваем тему гордости. Человеку именно этого хочется. Человеку хочется всегда думать и считать себя самобытным, самодостаточным, независимым ни от чего. Даже то, что мы вынуждены питаться как минимум три раза в день для того, чтобы сохранять свою жизнь, нас не разубеждает в этом. Ну ладно, тело куда ни шло, телу нужны продукты питания. Ну, а, ну душа-то наша, ну дух-то наш, это же, ну, наверное, вообще самобытное все. И может обойтись без всяких внешних источников. Так вот в том-то и дело, что нет. Если мы будем тренировать свою волю, как вот здесь наш автор ссылается даже на цитату патриарха Кирилла, совершать победу над собой, ну, это будет хорошо. Да, это, такой благородный и очень нужный, полезный, душевный порыв человека. Но он должен быть чем-то подкреплен. Он должен чем-то быть воспитан от слова питание. Там должно быть что-то, что обеспечит развитие нашего духа. Ведь из ничего не бывает нечто. Мы не можем бесконечно пользоваться и тренировать то, что в нас уже заложено, а в нас очень много заложено. Не подкрепляя это извне, не питая это, это все извне. Вот этот наш душевно-телесный потенциал, если мы просто родились и живем, мы его только тратим. Мы ни к чему к, к нему прибавить, к сожалению, не можем. Но нам почему-то именно так и хочется жить, чтобы ни от чего не питаться нашим духом и нашей душой. Мы думаем, что наша душа питается той же пищей, что и тело. Нет, у нашей... Души, как у нематериальной составляющей, а нашей духовной составляющей. Пища тоже духовная. И эта пища абсолютный дух, это Бог. Это Он нас питает. Это Он говорит: Вот я стою у двери сердца вашего и стучу. Кто мне отворяет, к тому я вхожу, и с тем мы вечерять будем. Блаженны алчущие и жаждущие правды, ибо они насытятся, правды Божьей, самого Бога. Ибо Христос сказал, я есть путь, истина и жизнь. Человек для того, чтобы, человеку для того, чтобы взращивать душевные и духовные качества, вложенные в Него Богом, ему необходимо находиться в постоянном живом общении с Ним самим, с Богом, с источником питания. Почему же мы сразу же не... Пользуемся этим источником питания так же, как мы сразу же с первого дня рождения, буквально с первой минуты рождения, мы уже нуждаемся в телесной пище, хотим и сразу же припадаем к материнской груди и успокаиваемся, и потом не перестаем питаться всю жизнь. Стремимся, наслаждаемся этим питанием. Почему же с нашей душой, с нашим духом не происходит того же самого? Почему не, мы не испытываем этой потребности с первого дня рождения и каждый день? Мешает гордость. Гордость, это и есть вот та самая врожденная наша проблема, которая заставляет нашу душу опустошаться, голодать, изнемогать. Мы и хотим сделать ее лучше, мы хотим приумножить то, что в нас уже есть, мы хотим воспитать силу духа, силу воли, свой характер, как-то это все облагородить. Мы видим, что со временем, даже если у нас раньше что-то и получалось, когда мы использовали имеющийся у нас потенциал, то со временем этот потенциал истрачивается. И мы уже не можем пользоваться им так, как это было раньше. И в конце концов мы видим, что все наши попытки воспитать свою волю приводят к тому, что мы теряем просто самообладание. Когда у нас что-то не получается, мы начинаем раздражаться, нервничать, мы теряем самоконтроль. У нас развивается неврозы, о которых мы вот в прошлый раз говорили и от которых мы отталкиваемся в нашем представлении о гордости. Ну вот, удел человека предоставленному самому себе, удел безбожника. Ведь э, такое представление о человеке, что в здоровом теле здоровый дух, оно ну, могло появиться только, ну, наверное, у второго поколения советских людей, второго поколения безбожников и стать таким ну что ли краеугольным камнем его мировоззрения да нет ничего подобного у тела своя пища у духа своя пища мы можем конечно воздействуя на тело менять состояние духа но это будет нам на пользу если наш дух будет получать свою пищу точно, точно так же как и тело свою а в противном случае мы на усилие нашего тела и остатки того, что заложено в нашу духовную природу, в нашу духовную составляющую. И мы же видим, что происходит с нашими даже выдающимися спортсменами, когда они там переваливают за вторую половину жизни своей, если они остаются в таком состоянии своего, ну безбожия, такой самодостаточности, предоставленности самому себе, но ну, мы видим, как там развивается болезнь, в том числе и душевные проблемы. Мы же видим, как из-за э, вот этого опустошения, уныния, э, наши выдающиеся спортсмены могут впадать в депрессию, могут э, пускаться в чувство удовольствия, в пьянство, даже в наркоманию. Мы видим, что то же самое происходит и с другими э, представителями других профессий, где от человека требуется именно вот, этого, вот это постоянное напряжение в воле. Человеческое, духовное, человеческий духовный потенциал не бесконечный мы его тратим. Нам его нужно обязательно питать. Недавно я услышал от одного из наших современных богословов, что человек — это батарейка, которая должна работать от общей сети. Это такой ну, прибор, который должен работать от общей сети постоянно. Даже если нас сравнить с батарейкой, то ну, на какое-то время нашего потенциала может хватить, но потом нужно будет обязательно подключаться к общей сети. И уже дальше Жить и развиваться как личность только в постоянном общении с источником питания. А иначе вся наша жизнь уйдет на обеспечение потребности вот этой страсти, гордости. Да, мы видим, что преодолеть гордость совершенно человеку нельзя, пока мы живем здесь. Это невозможно. Но мы начинаем питаться. И получать все необходимое для нашего духа и для нашей души тогда, когда мы доверяем себя Богу, когда мы входим с Ним в живое такое на, плодотворное общение, так как Он сам заповедовал в церкви, как Он сам нас всех зовет к себе. Придите ко мне все труждающиеся обремененные, я успокою вас. Вот тогда мы можем получать ну, такой тип человеческой личности. Который может осваивать огромное пространство, вот такие как наша огромная страна, который может выдерживать ну, любые потрясения, любую агрессию извне, может вынести любые испытания, потому что его воля воспитана самим Богом. Все душевные и духовные качества воспитаны самим Богом из поколения в поколение. Мы создавали настолько мощный, сильный психотип, который именно своей духовной силой и своим духовным величием покорял дух других людей, других народов. И даже во многом и очень часто без насильственных действий в отношении этих народов, которые просто покорялись этому духу и предпочитали включаться в орбиту жизни этого народа. Такой народ может стать государствообразующим этносом. И вот эта сила духа, она может передаваться по наследству из поколения в поколение. И даже тогда, когда вот над нами поставили такой эксперимент духовный в 20 веке по отлучению нас от источника питания, от источника жизни, от Бога, то мы же видим, что ну, на три-то поколения нас этого потенциала хватило. И даже сейчас мы пользуемся тем потенциалом духовным, которым мы питались многие поколения наших предков тысячу лет. Мы и сейчас живем на нем. Мы и сейчас видим, что в нашем народе есть такая самобытность, которая не позволяет ему раствориться во всем остальном человечестве. Мы даже можем до сих пор сейчас выходить за рамки своей национальной такой самозамкнутости и жить интересами других народов. И сейчас мы на это способны. И именно поэтому вот этот феномен вызывает и удивление, и непонимание, а у некоторых народов даже раздражение, потому что они на это не способны. Но этот, этот дух, эта воля, они были привнесены в нас самим Богом, самим Христом. И этот дух светится еще у многих наших граждан, которые исповедуют православие, христианство которые из поколения в поколение восприняли вот этот дух, и еще им питаются до сих пор. Но мы видим, что с каждым следующим поколением этот дух выветривается, дух Божий выветривается. И, и мы на наши страсти, которыми мы все страдаем, которыми мы одержимы, мы истрачиваем остатки вот этого духа, который мы почерпали тысячу лет, все наши поколения предыдущие. И сейчас мы видим, Утраты самообладания очень ранние. Мы видим, что сейчас тяжелыми неврозами страдают даже дети, даже младенцы, трехлетние дети. И когда смотришь на таких детей, ну просто страшно представить, что будет с ним дальше в жизни. Он в три года уже с собой совершенно не владеет. У него нет того, чем он может потерпеть хоть какое-то обстоятельство жизни. Ну и главное, что сейчас этому никто не учит, кроме церкви православной, этому никто не учит, наоборот, нас сейчас учат верить в себя, надеяться на себя, полагаться на свой ум, волю, чувства, нам говорят, твоя жизнь, твои правила, ты самодостаточный, самобытный, ты должен знать себе цену, ты должен сам управлять своей жизнью, ни на кого не рассчитывая, но с точки зрения христианства это, это безумие. И мы уже видим, в какие формы это безумие отливается. Мы видим все наши общественные нестроения, все наши государственные нестроения, политические, экономические. Мы же видим, что это все оттуда, ноги растут оттуда из нашей гордости, из нашего несмирения, из нашего желания быть самим как боги. И выглядит это жалко. И в конце концов одержимый гордостью народ, он просто сходит с исторической арены. А вот что касается этого письма, то, конечно, нужно обязательно воспитывать свой дух, нужно обязательно рано вставать, нужно обязательно делать зарядку, нужно обязательно трудиться, нужно обязательно ставить перед собой какие-то цели и стараться их достигать. Но только если мы хотим воспитать в себе здоровый и сильный дух, как здесь сказано, угодный Богу, то тогда мы должны самого Бога подключать к этому процессу и просить Его возрастить у нас все то, что Он у нас заложил как некий задаток. В следующий раз мы продолжим наш разговор. Я напоминаю, что записаться на консультацию очную или в интернете вы можете по телефону в Екатеринбурге 219-71-21. Подробности на сайте Боровских.ру. Сегодня я с вами прощаюсь. Будьте здоровы и с Богом!